Привет всем на канале Nautic.ru. Сегодня мы посмотрим на смартфон, на Windows, на смартфон на операционной системе Windows 10. Это Microsoft Lumia 950. Эта операционная система появилась относительно недавно, и, собственно, нам стало интересно посмотреть, как обстоят дела вот на новом флагмане от Microsoft, который использует Windows 10. И, собственно, это Lumia 950. Раньше Lumia все были под брендом Nokia, но, как известно, бренд Nokia принадлежит Microsoft, Nokia уже надпись не используется, и у нас это Microsoft Lumia 950. То есть о слове Nokia, в принципе, можно забыть, смартфоны будут выпускаться под брендом Microsoft теперь. То есть в данном случае у нас такая же история, как с Nexus'ами, то есть операционную систему делает Microsoft, и смартфон также выпускает сама Microsoft, то есть это наиболее чистая система получается. Диагональ дисплея 5,2 дюйма, AMOLED-дисплей 2560 на 1440. 5 мегапикселей фронтальная камера. Дальше у нас находится здесь панелька, на которой три горячие кнопки, ее можно убрать, то есть сенсорные клавиши находятся на самом дисплее, а не отдельные какие-то физические или в отдельной менюшке. Ее можно также убрать вниз. Корпус у нас сделан из пластика, слегка шершавого на ощупь. С задней стороны у нас находится камера PureView 20 мегапикселей с трехцветной светодиодной вспышкой. Также имеется поддержка NFC, NFC-метка находится также с задней стороны. Динамик также находится рядом с камерой с правой стороны, то есть динамик находится не снизу, а находится рядом с камерой, что иногда бывает достаточно удобно. Звук весьма громкий у этого динамика. Толщина корпуса 8,2 мм, он не супер тонкий, но достаточно такой обычный, нормальный. Здесь у нас мини-джек для наушников или стереогарнитуры, и с этой стороны у нас находятся кнопочки. Вот это качельки громкости, кнопка включения, и ниже находится специальная кнопка спуска камеры, для того, чтобы можно было сразу фоткать с помощью нее. Вес смартфона составляет 150 грамм. С нижней стороны находится гнездо для зарядки, здесь используется USB 3.1 Type-C, то есть здесь не micro-USB, к которому все привыкли, а отдельный кабель нужен USB Type-C. В общем-то, здесь высокая скорость передачи данных, высокая скорость зарядки, за полтора часа он заряжается. Но имейте в виду, что вам нужно будет все-таки иметь отдельный кабель для этого смартфона. Пока еще он не так сильно распространен. В руке лежит достаточно удобно, корпус, конечно, пластиковый, не ощущается, что это супер дорогой смартфон, но в руке лежит приятно, до кнопок дотянуться легко можно, кнопка спуска камеры также присутствует. Небольшой недостаток, что нету сканера отпечатка пальцев, но есть возможность разблокировать телефон по сетчатке глаза, нужно будет смотреть верхнюю часть, там будет загораться красная лампочка. Дальше посмотрим, что находится внутри. Как я уже говорил, корпус пластиковый. Вот здесь вот находится небольшое гнездышко, куда можно поддеть и снять крышку. Я немножко ускорю процесс, потому что она достаточно тяжело снимается. Но в целом вот снимаем ее и попадаем внутрь, что здесь есть интересного. Начнем мы с аккумулятора. Здесь аккумулятор 3000 мАч съемный, но надо сказать, что смартфон не очень долго работает от него. Примерно 5 часов я смотрел HD-видео, то есть смартфон нужно будет заряжать каждый день, автономная работа не самая сильная сторона данного телефона. Дальше, что у нас здесь находится, это вот здесь вот находится два лотка, один из них большой, левый, туда устанавливаются карточки microSD до 200 гигабайт объемом, и сюда вставляется первая симка, смартфон поддерживает две симки. А чуть дальше находится второй лоток для симки, используются нано-сим-карты, разумеется, есть поддержка LTE, ну и также Bluetooth 4.1, NFC и USB 3.1 Type-C. Теперь посмотрим на софт и программное обеспечение. Интересная деталь, вот это заблокированный телефон, ничего здесь делать нельзя, но как можно видеть, здесь часики у нас стоят, дата и какие-то небольшие уведомления. Так как используется AMOLED-дисплей, это практически не тратит электроэнергии, можно отключить данную функцию, но в общем-то от нее большого недостатка нет. И повторюсь, то есть это будет гореть на экране всегда, смартфон сейчас у нас заблокирован. То есть просто можно сразу достать из кармана и, например, посмотреть время, разблокировать его для этого не нужно. Разблокируем смартфон. Здесь у нас опять-таки вот можно увидеть те же самые уведомления. Как я уже говорил, можно разблокировать смартфон по сетчатке глаза, но на мой взгляд это не очень удобно, потому что нужно смотреть там на красную лампочку непрерывно. Все это отнимает время, проще по паролю все это делать. Операционная система у нас Windows 10. Здесь у нас плитки располагаются так же, как Windows 7 и Windows 8. Они бывают трех размеров, большие, маленькие и средние. На больших плитках при этом будет какая-то вот информация, погода сразу, будет что-то двигаться, какие-то уведомления. Это достаточно удобно, то есть они же одновременно выполняют роль виджетов. Дальше. В нижней части экрана у нас располагаются три кнопочки, примерно как на Андроиде. Кнопка «Назад», кнопка «Домой» и кнопка «Поиска». Домой, естественно, ведет на домашний экран, «Назад» ведет «Назад». Если дожать «Домой», то интересная функция для режима «Одной рукой». То есть суть в том, что мы зажимаем кнопку «Домой», и у нас экран смещается вниз, для того, чтобы мы в верхней части дисплея что-то могли быстренько нажать, ну и потом оно опять вверх уходит. Но иногда можно попользоваться. Дальше кнопка «Назад». Если зажать кнопку «Назад», то меню всех запущенных приложений, такое же, например, как на Apple iPhone.
и кнопка поиска. Вообще здесь должен включаться голосовой ассистент Cortana, но на русском языке его нет. Для российской версии эта кнопка, на ней расположен поиск от Яндекса, и причем поменять его, насколько я понимаю, нельзя, я не нашел способа поменять. То есть на кнопке с лупой всегда будет стоять поиск от Яндекса, ну и здесь погода, пробки. Для того, чтобы пользоваться голосовым ассистентом Cortana, придется переключить регион на Америку, ну, то есть, чтобы телефон был на английском языке, что не очень удобно. То, что на Яндекс здесь, ну, в общем-то, это хорошо. Хорошо, что не Bing они установили, Яндекс все-таки получше. Недостаток, что нельзя поменять. И второй недостаток, что на Яндекс одна целая кнопка. То есть, одно дело голосовой ассистент был бы, а другое дело просто целая кнопка на экране для того, чтобы Яндекс запускать. Довольно удобно то, что эту панельку можно убрать. То есть мы смахиваем, и она из экрана исчезает. В любом приложении можно также ее вызвать или убрать для того, чтобы на экране было больше свободного места. Дальше шторка. Разумеется, здесь есть шторка, здесь кнопочек. Начнем с уведомлений. Понятно, уведомления вот так вот сортируются по приложениям. Удобная функция, что можно сразу отсюда же ответить. То есть, вот, например, Skype или SMS прямо отсюда, не запуская соответствующую программу, можно здесь написать ответ, и оно, соответственно, об адресату пойдет. В верхней части шторки находятся кнопки с быстрыми настройками, ну все как у всех, можно менять там яркость, громкость, включать, выключать Wi-Fi, здесь же клавиши все настройки. Интересной здесь же функцией является то, что если мы какую-то из этих кнопочек зажмем и подержим, например, вот войдем, ну не знаю, там VPN выберем, зажмем это дело, то мы попадем в настройки именно в то меню, которое нам нужно. То есть зажимаем клавишу Wi-Fi, попадаем в настройки Wi-Fi, зажимаем клавишу громкости, попадаем в громкости. Это достаточно удобно, можно быстро перейти в нужную настройку именно из шторки. Теперь вернемся на рабочий стол и смахнем влево. С правой стороны у нас находится список всех приложений, выглядит он вот так, менять его нельзя, будет сортировка по алфавиту. Наиболее часто используемые приложения будут наверху находиться списка, но у меня вот сейчас их нет, но если мы запустим, например, Word, он будет в самом верху. То есть несколько самых частых приложений будет вверху списка, остальное все сортируется по алфавиту. И также вверху есть строка поиска, можно начать набирать, он сразу подскажет, вот например, Word. Разумеется, пакет Microsoft Office здесь установлен, работает хорошо, не хуже, чем на других устройствах. Word, Excel, PowerPoint, все это здесь есть, пользоваться можно вполне нормально. Разумеется, сохраняются все документы у нас в OneDrive, то есть в облачном хранилище, все нормально, все хорошо. Дальше мы пойдем в параметры. Сразу хочу сказать, параметры сделаны не очень интуитивно. Вот, например, смотрите, есть кнопка «Параметры», есть кнопка «Память», есть кнопка «Передачи данных». Вот мы идем в кнопку «Память», и вроде как это раздел «Настроек», но почему-то как отдельное приложение. Причем нажимаем «Назад» и попадаем в список всех параметров. То есть мы не на рабочий стол вернулись, нажав «Назад», а именно в параметры общие. То есть почему-то несколько кнопок, которые ведут, в общем-то, в одно и то же место. Вообще кнопка «Назад» мне после Android, например, кажется, не очень предсказуемо себя ведет. То есть она иногда возвращает меня не туда, куда я ожидал, что она меня вернет, а куда-то вот в свое место. Вот как сейчас, например, было, да, мы зашли в память с рабочего стола, и нажав назад, мы не на рабочий стол вернулись, а в параметры. Вот список всех параметров, здесь он выглядит уже немножко по-другому, как можно видеть, если мы с этого приложения зайдем, хотя это все то же самое. Вот, дальше здесь куча-куча менюшек и подменюшек, то есть здесь все это проведено к виду Windows 10 как-то, наверное, но здесь огромное количество всяких настроек, не очень интуитивно к этому нужно привыкать. Теперь зайдем в сведения о системе, но, разумеется, здесь будет написано, что Windows 10 Mobile. Дальше процессор. Здесь шестиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 808, 4 ядра по 1,82 ГГц и 2 ядра по 1,44 ГГц для экономии энергии. 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутреннее хранилище, ну и microSD можно использовать до 200 ГБ. Напомню, что в смартфоне есть поддержка двух сим-карт, используются нано-сим-карты. И вот, например, можно видеть сообщение, два приложения под каждую сим-карту, и телефон, два приложения под каждую сим-карту. То есть нажимаем сюда, попадаем, можно сообщение писать, или с другой симки можно написать также сообщение. Ну, разумеется, каждый из этих значков можно вывести на основной экран. Что интересно, это то, что в систему интегрирован Skype полностью, то есть сообщение привязано к Skype и звонилка также к Skype, примерно как iMessage на iOS. То есть, когда мы звоним человеку, мы можем выбрать, как позвонить с сим-карты или по Skype, и когда мы сообщение отправляем, оно также отправляется, ну, как бы, либо в Skype, либо SMS-кой. То есть, Skype полностью интегрирован в систему, ну, что неудивительно, так как известно, что Skype принадлежит именно Microsoft. Теперь поговорим о браузере. В качестве браузера здесь используется новый браузер Microsoft Edge, который, в общем-то, вполне хороший, шустрый браузер, нормально с ним все, это вот не те старые добрые эксплореры, про которых куча анекдотов ходит. Edge, в общем-то, нормально работает, единственное, у него поисковая строка и строка адреса находятся внизу, а не наверху, где мы все привыкли. Но в основном браузер нормальный.
А минусом всей этой системы является то, что очень многие люди пользуются Google Chrome, и вот для них неприятный сюрприз: на данной платформе Google Chrome пока нет. Ну не знаю, будет или нет, может никогда не будет, но Chrome установить нельзя, то есть придется пользоваться Edge или каким-то другим альтернативным браузером, что, на мой взгляд, является минусом. Клавиатура выглядит вполне стандартно, за исключением вот этой вот маленькой пимпочки, такой пурпурной, как можно видеть. Она нужна для перемещения курсора, то есть вот таким вот жестом влево, вправо, вверх, вниз мы курсор перемещаем по строке. Это сделано потому, что на самом деле пальцем двигать, как на других операционных системах, здесь очень неудобно. Лупа на экране не возникает, и передвинуть каретку в нужное место довольно проблематично. Именно поэтому Microsoft сделал такой мини-джойстик внизу, который позволяет двигать влево-вправо именно вот эту самую каретку. Теперь пришло время перейти к немного болезненной теме, это магазин приложений. Собственно, магазин приложений, интерфейс у него вполне нормальный, пользоваться им, в общем-то, удобно, ничего сверхъестественного здесь нет. Такой же, как App Store, такой же, как Google Play, ну, здесь Microsoft-ский магазин, все с ним понятно. Минусом здесь является то, что вот как оно было, так ВОС там и остался. Здесь программ значительно меньше, чем в Google Play и App Store. И некоторых программ попросту нет. Некоторые программы, вот, например, Инстаграм, например, это Инстаграм, то есть которым пользуются миллионы людей. Здесь Инстаграм бета-версия, причем, как можно видеть, с кучей негативных оценок. У кого-то там он тормозит, у кого-то глючит. То есть такая простейшая вещь, как Инстаграм, здесь в режиме бета-версии с кучей каких-то проблем. И такое же происходит с очень многим количеством другого софта. То есть набор здесь, в общем-то, как был скудный, так и остался. И, в общем-то, это нехорошо. В целом, конечно, все критически нужные приложения есть, никаких таких особенных прям проблем уж нет, но вот суперсовременные игры, вообще набор этих игр, набор других приложений, то здесь магазин все-таки отстающий от App Store и Google Play, и это большой минус платформы Windows Mobile, причем которая была и на 7-й версии, и на 8-й, и вот в 10-ку все это прикатило, особо много софта люди не пишут под эту платформу. Дальше у нас пара слов о камерах. Фронтальная камера здесь 5 мегапикселей, и тыловая камера 20 мегапикселей с трехцветной светодиодной вспышкой. Умеет снимать 4К видео. В общем, приложение для камеры достаточно богато на разный функционал. Ну, видео-фото, разумеется, переключаем, можно селфи делать. Вот здесь вот управляющие функции, можно вручную выставлять балансы белого, ISO и другие вещи, выдержку. Вот, я этим не пользуюсь, как уже многократно говорил, я на телефонах не пользуюсь ручным режимом, снимаю автоматически. Качество изображения достаточно хорошее, то есть на уровне других флагманов, на уровне Xperia Z5, на уровне там Samsung S6, айфонов. Сложно сказать, какой из них лучше, но в общем-то все вполне на уровне. Теперь пару слов о комплектации. Внутри коробочки у нас, естественно, лежит смартфон, кабель USB, USB Type-C для зарядки или синхронизации, и отдельно же здесь лежит зарядное устройство. То есть, еще раз повторюсь, здесь это кабель USB Type-C, который не совместим с обычным вашим microUSB, к которому все привыкли. И зарядное устройство, которое также с USB Type-C. Минус всего вот этого дела, это то, что из зарядного устройства нельзя кабель отсоединить и вставить, ну, вот этот вот, например. То есть, именно два нужно. Что получается? Вот это для зарядки синхронизации, вот это только для зарядки. И нам приходится с собой таскать оба девайса, потому что если мы с собой носим только вот эту часть, мы к компьютеру не подключим. Если только вот эту часть, то у нас это вилки нет. То есть нужно носить с собой как бы один лишний провод, который прикреплен к зарядному устройству. На мой взгляд, это немножко дебильная система, лучше бы сделали, как все остальные делают, что именно зарядка, в нем гнездо и в него вставляется кабель. Теперь, собственно, пришло время подвести итоги касательно Microsoft Lumia 950. Ну, начнем с хорошего. Здесь отличный дисплей, 5,2 дюйма, AMOLED 2560x1440, отличный угол обзора, отличная яркость, дисплеем все хорошо. Корпус пластиковый, но приятно лежит в руке, такая шершавая поверхность, не остаются отпечатки пальцев, удобно расположены кнопки, в этом плане здесь все хорошо. Довольно неплохая камера, 20 мегапикселей с стороной вспышкой, снимки получаются на уровне всех остальных ведущих флагманов. Есть поддержка двух нано-сим-карт, LTE, Bluetooth 4.1, NFC, USB Type-C, это, в общем-то, тоже плюс за этим будущее, я думаю. По сравнению с Windows Phone 8, система стала лучше, удобнее, в общем-то, все очень шустро работает, много дополнительных функций появилось, то есть такое эволюционное развитие вполне хорошо, ничего не испортили, но добавили много интересных новых фишек. То есть, кто любит Windows Phone 8, кто вообще любит Windows, тем стоит эту модель посмотреть, потому что здесь все стало получше, чем в предыдущих версиях. Шестиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 808, 3 гигабайта оперативной памяти, в общем-то, задел на будущее имеется, 32 гигабайта хранилища, можно microSD все это расширить. Поддержка офиса здесь есть, все это отлично работает, интеграция скайпа. Однако при этом у смартфона присутствуют и минусы.
Во-первых, это небольшое время автономной работы. 720p видео я смотрел 5 часов, то есть обычно такое это время 7-8 часов у других смартфонов. Дальше достаточно куцый набор софта. Повторюсь, наиболее критические вещи здесь есть, но вот именно изобилия какого-то нету. То есть в Play Market или в App Store Apple-овском предложений значительно больше, они получше. Ну, повторюсь, Инстаграма нет, но елки-палки, что это за ерунда. Ну и, кстати, здесь, например, отсутствуют все приложения от Google, за исключением Google поиска. Разблокировка телефона по сканеру глаза мне пока не очень доведена до ума. Это все-таки долго. Достал телефон, нажал на кнопку, нужно непрерывно смотреть на красную точку, потом он разблокируется. То есть сканер отпечатка пальцев пока более такая быстрая и удобная модель. Основной эксклюзив заключается в том, что вот здесь вот USB Type-C, и сюда можно купить специальную док-станцию, называется Display Dock. Кабелем подключается к ней, и дальше она подключается к внешнему монитору, и у нас получается как бы десктопчик такой небольшой. То есть мобильная Windows Phone 10, она развернется на весь экран, вы будете пользоваться мобильными приложениями, причем даже далеко не всеми, а теми, которые поддерживают эту функцию. Ну вот Word, Excel поддерживает этот браузер, то есть у вас как бы на большом экране. Можно подключить внешнюю клавиатуру или мышку, и работать с таким рзац десктопом, если вам это нужно. Я лично этим не пользовался, у меня нет дисплей дока, но я читал обзоры, люди, в общем-то, это дело ругают, до ума пока не доведено. 45 тысяч рублей модель из обзора стоит, а я благодарю всех за внимание, до новых встреч, всем пока!